Тож ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». Зі мною в студії економіст Олексій Кущ. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політичний аналітик Сергій Лозовський. Вітаю вас. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. В обмінниках здорожчав долар. Свободівець кайда під нічним домашнім арештом через бійку за ринок землі. Українці у новорічну ніч проситимуть миру та здоров'я. Тож під нічний домашній арешт екс-нардепові свободи Олексія Кайду відправив Київський апеляційний суд. Чоловіка підозрюють у нападі на слугу народу Андрія Богданця. Прокуратура відкрила справу за статтею «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча». Нагадую, 11 грудня після засідання аграрного комітету сталася бійка між Богданцем і членами свободи. Давайте подивимося, як це було. Парламентський аграрний комітет на чергове засідання збереться вже завтра. Працюватимуть, планують все ж таки усі свята. Мають опрацювати понад 4,5 тисячі правок до закону про відкриття ринку землі. Пане Олексій, як ви можете прокоментувати от те, що все ж таки бійка з нардепом і напад фактично, чи як там правильно це називати? І вже конкретно кримінальні справи, підозри, таке інше, але от нещодавно був напад на журналістів телеканалу «Наш», телеканалу «ЗІК», видання «Шерій.нет», видання «Страна.ua», і ми чомусь не бачили такої миттєвої реакції правоохоронних органів, і фактично це перекваліфікували з нападу на журналістів в хуліганство. От як ви можете пояснити ці бентежні новини? Ну, знаете, дело в том, что каждый гражданин нашей страны может, в принципе, ну, к несчастью, ощутить на себе как бы работу наших правоохранительных органов. В принципе, у каждого в жизни какие-то иногда возникали сложные ситуации, там, связанные там, с теми или иными событиями. Там, у кого-то кража, на кого-то там напали, да, но я думаю, что вряд ли кто-то сталкивался с такой оперативной реакцией правоохранительных органов на вот личные проблемы граждан. То есть сегодня человек может оббивать пороги правоохранительной системе, заставлять возбудить уголовные дела, и фактически зачастую он лишен возможности получить какое-то правосудие, какую-то сатисфакцию, какую-то помощь. А в данном случае мы видим, как бы, ну, конечно, такой вопиющий эпизод, драка в стенах парламента, но тем не менее мы видим сразу такую резкую реакцию правоохранительной системы. На самом деле здесь может быть, как бы, здесь есть несколько аспектов, вот можно как бы в нескольких аспектах рассмотреть. Во-первых, это выгодно нынешней власти, вот эта ситуация, как это ни странно звучит. Почему? Потому что, вот смотрите, мы сейчас с вами обсуждаем не концепцию открытия рынка земли, да, вот какой должен быть рынок земли, какая должна быть модель, мы обсуждаем, да, вот фактически вот события в стенах парламента, обычную драку, да. Угу. То есть вместо того, чтобы как бы разбираться концептуально, мы комментируем события, которые практически никакого отношения к судьбе каждого украинца не имеют. Вот рынок земли, он влияет на каждого украинца, каким он будет, как его будут открывать, какая концепция, какая модель. А эта ситуация, которая произошла, я думаю, она стала еще и, кстати говоря, неплохим поводом для того, чтобы попытаться ввести закрытое заседание парламентского комитета. Mm-hmm. Была попытка воспользоваться вот этой ситуацией и закрыть, проводить заседание парламентского комитета по вопросам земельной, ну, на котором рассматривались бы вопросы, связанные с земельной реформой, проводить именно в закрытом режиме. Вот с вашей точки зрения, чему вот, навіть на свята, новорічні, вони всі працюють без вихідних. Я такого, чесно кажучи, не пам'ятаю за всю історію України, що трапилось. Да, що вони там саме хочуть розглядати і яка саме боротьба там буде відбуватися? Ну, а от ще один аспект, на котором я хотів би остановитися, це якраз дуже важливий момент. Если власть не инициирует серьезное системное рассмотрение таких сложных вопросов, как земельная реформа, а земельная реформа, она вообще должна была предваряться широким таким вот общественными слушаниями, да, то есть это должно было быть обсуждение среди людей, среди заинтересованных там фермерских организаций, то есть это, в принципе, должна быть такая серьезная дискуссия, причем она должна была
была быть инициирована до разработки всех законопроектов. То есть вначале власть должна была получить условно техническое задание на разработку земельной реформы, да, согласованную как бы с обществом, а потом уже вносить в парламент текст законопроектов. А у нас получается все наоборот. То есть у нас сначала внесли текст законопроекта в парламент, потом провели формальные слушания по этому вопросу в стенах парламента, которые уже практически ни на что не влияли. И вот когда власть фактически отсекает общество от конструктивного диалога, от диалога в рамках закона, да, то есть в результате как бы этот диалог он радикализируется. То есть когда общество не видит инструментов законного влияния на власть, то есть не видит механизмов, как сделать так, чтобы власть услышала, да, простых людей и услышала их как бы пожелания. Начинается митинг. Да, начинается как бы радикализация протеста. Поэтому вы абсолютно верно подметили, что вот это форсирование событий в таком вопросе, как земельная реформа, она говорит только о том, что есть колоссальный запрос извне на реализацию той модели открытия рынка земли, которая сейчас планируется в парламенте. То есть очень мощные драйверы, очень многие механизмы задействованы, и фактически сейчас есть огромные лоббисты, которые находятся вне стен парламента, они даже находятся вне Украины. Те лоббисты, они хотят запустить именно рынок земли по той модели, которую сейчас мы видим в рамках законопроекта. Дякую, пане Сергій. От з вашої точки зору, от ми бачимо ситуацію, коли напали на нардепа, і така миттєва реакція. Я думаю, що якщо б напали на якогось суддю чи прокурора, теж була б миттєва реакція. От якщо на журналіста, то от реакції якось немає. І це вже системно відбувається. І не вважаєте ви, що, до речі, що цей напад все ж таки це спроба відволікти суспільство від реально важливих справ, це ринку землі? Да, ні, так глибоко вони не думають. Там не шпіонська організація, у них все прямолінійно і перпендикулярно. То, что свободовцы не первый раз устраивают такой коллективный мордобой, причем они любят там 3-5 к одному, это у них водится за ними такое. Причем мне непонятно, почему там, по-моему, самый активный этот парень с таким странным шиньоном был на голове, и к нему вопросов нет, причем не первый раз. Он однажды на ток-шоу он пытался там наброситься на... из ОПЗЖ, этот дипломат, который... Ну, есть у них такая тяга. Пока по рукам сильно не получили, очевидно, эти попытки будут продолжаться. То, что временами достается депутатов, ну, может, на то и щука, чтобы карась не дремал. Вот. По поводу самого рынка земли, ну, я уже говорил, могу только повториться, я... противник вообще каких-либо правок, поправок, привнесений и тому подобное, поскольку, на мой взгляд, все вот эти проявления коррупции, воровства, а то, что сейчас пытаются сделать землю, это даже не воровство и не коррупция, это прямой грабеж. Это был такой фильм «Операция», и так там говорили, все уже украдено до нас. Вот когда вы обсуждаете тот пыл, с которым они пытаются протолкнуть эти законы, даже жертвуя праздниками, иногда и челюстью, такое впечатление, что они за деньги за эту землю уже получили и теперь только отрабатывают. Ну, і фактично, бо більшість землі, так розумію, вже знаходяться в оренді в закордонних агрохолдингів. І вони зараз просто хочуть переоформити з договір оренди з... Понимаете, в чому справа? Це, кстати, заблуждення, чим більше, що більшість, да. Понимаете, в чому справа? До цього повернемося зараз. Я хотів би просто продовжити мисль, якщо вона є. Корупція, воровство і подобне управління – це слідство обычной управленческой импотенции. Вот когда человек не умеет управлять имуществом, он ворует. Управление всегда приносит гораздо больше прибыли, причем постоянно. А воровство или коррупция – это такое одноразовые вещи. Но тогда надо было бы задуматься о том, что Украину невозможно сравнивать ни с какими другими державами, поскольку действительно по части земли мы являемся уникальной страной. Ни в одной стране нет 72% территории составляет эта земля. И тогда нужно было бы посмотреть, а как вообще люди в мире разбираются со своими природными ресурсами. Ну, скажем, арабы, да? Вот у них нефть там и газ.
и ленин-норвежцы. Вроде одни на севере, другие на юге, но пришли по отдельности, надо думать, к такому пониманию, что этот природный ресурс должен быть распределенным благом всех. И они получают, каждый год они получают дивиденды от использования своих природных ресурсов. Тогда, понимая, что наша Земля является таким же природным ресурсом, я бы предложил, уже предлагал, идею создания государственной стратегии развития аграрной индустрии. Не фермеров, то, что вот Юлия Владимировна ходит и говорит, ай, куда же мы фермеров денем. Фермеры – дело хорошее, конечно, хочется там пучок редиски или петрушки, не пластмассовых получить на стол, но они не двигают вперед промышленность, они не двигают вперед страну, это везде дотационно, это в принципе каменный век. Вот тогда это уклад сельскохозяйственный был, посеял, вырастил, продал или поменял. Но сегодня 21 век. Тогда речь идет о именно аграрной индустрии с длинными добавочными цепочками добавочной стоимости. Тогда нужно было бы рассчитать всю территорию земельных ресурсов Украины, понять, где какие приоритетные направления развития, там капельное орошение, логистические схемы, склады, порты, поскольку это все увязывается. Ведь когда при Юлии Владимировне вырастили самый большой урожай, помнится, реляции такие победные были. А ну, мой друг, он бывший замминистра сельского хозяйства, он говорит, да вырастить-то мы вырастили, куда его девать? Мы его перерабатывать не умеем, у нас нет перерабатывающих мощностей. Продать мы его не можем, поскольку порты столько не пропустят, узкое горлышко у бутылки. А хранить мы его тоже не умеем. Дякую, у нас есть телефонный звонок от нашего дозвонивающего. Вітаем вас в эфире. Так. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Юрий, Краснодар. Вот смотрите, по Конституции власть принадлежит народу. Президент – гарант Конституции. Вот. Если бы он обратился и сказал, что я хочу знать мнение народа по земле, по-моему, это было в рамках Конституции и по закону. А то все кричат, нет закона о референдуме. Как вы думаете, я правильно думаю или нет? Дякую. Пане Алексей, як от ви і доповнити, можливо, пане Сергію. Да, я хотів би прокоментувати. Ну, по поводу закону о референдумі, понятно, що «Слуги народу» они шли на вибори під таким лозунгом человекоцентричной политики, то есть все ключевые решения страны будут приниматься на референдуме, то есть власть будет в постоянном диалоге с обществом, пока мы видим полную противоположность этой политики, то есть ни о какой человекоцентричности речь не идет, то есть идет, в принципе, продолжение политики предыдущей власти, никто не собирается советоваться с простыми людьми, тем более по стратегически важным вопросам, тем более по тем вопросам, которые сулят там прибыли в размере миллиардов долларов. Теперь вот по поводу рынка земли хотел прокомментировать. Я не соглашусь в данном случае по поводу фермеров. А как раз уникальность Украины заключается в том, что у нас сформировалась такая своеобразная аграрная триада, которой нет ни в одной стране мира. Это семейное хозяйство, это фермерские хозяйства, это крупные аграрные корпорации. Обычно, если мы посмотрим в других странах, развивается либо фермерское хозяйство, оно действительно там дотационное, это Европа, США, либо это крупные аграрные холдинги, это, например, там, модель Латинской Америки. В Украине, кстати говоря, фермеров особо никто не дотирует. То есть, если посмотрим на суммы государственных дотаций, которые закладываются в государственный бюджет... Ну, это... будь такого фермера, как Кусюк, дотует. Ну, совершенно верно, это то есть, копейки. То есть, у нас фермеры сами, создали свою конкурентоспособность своими руками, своими инвестициями, своим умением ведения хозяйства. Поэтому, в чем уникальность этой аграрной триады в том, что семейные хозяйства они обеспечивают нашу как бы продуктовую безопасность. Да, вот эти, условно говоря, то, что мы покупаем на рынке, да, это в основном семейные хозяйства. Фермерские хозяйства они дают продуктовое разнообразие, потому что они не выращивают только монокультуры. Они занимаются овощеводством там, и другими видами сельскохозяйственной деятельности. Аграрные корпорации они дают там сельскохозяйственный вал, экспортную выручку, но они специализируются на монопроизводстве. То есть посмотрим, что происходит в Аргентине.
Аргентине, где как бы доминируют аграрные корпорации, это в основном там кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, то есть это в основном монокультуры. Если мы посмотрим по структуре добавочной стоимости, как раз фермеры выигрывают с большим отрывом у крупных аграрных корпораций. Аграрные корпорации выигрывают на масштабе. Но у них уровень добавочной стоимости сейчас в Украине это 200-250 долларов с гектара. А у фермера в 3-4 раза выше. Кстати говоря, в этом и заключается, почему хотят провести эту земельную реформу и кто основной выгодополучатель этой земельной реформы. Сейчас фермер конкурирует с крупной аграрной корпорацией за право арендовать землю. И инструмент конкурентной борьбы – это арендная ставка. То есть сколько фермер может предложить аренды, да, собственнику земли, собственнику пая, сколько аграрная корпорация может предложить. А от чего зависит арендная плата? Она зависит как раз от уровня добавочной стоимости, которая собирается с одного гектара. Так вот, у фермера она выше в 2-3 раза, ну, как я уже сказал. И фермер может предложить больше, более высокую арендную ставку. Поэтому он и выигрывает у крупных аграрных корпораций. Но не всегда, но зачастую выигрывает. Именно поэтому крупные аграрные корпорации являются драйверами этой реформы, потому что если будет открыт рынок земли, то инструмент конкурентной борьбы это будет уже не арендная ставка. Вот тут, я просто закончу. Вот тоже, это будет не арендная ставка, а будет уже та стоимость земли, которую предложит покупатель. То есть, условно говоря, будут конкурировать не с помощью арендной ставки, а с помощью тех денег, которые будут заведены в Украину под скупку земли. Естественно, в данном случае выиграет уже крупная аграрная корпорация, потому что у крупной аграрной корпорации уже сейчас есть так называемые финансовые аватары. Это западные финансовые, там, пенсионные, венчурные там, и прочие фонды, которые готовы их кредитовать под 2, 3, 4, 5% по скупку земли. Естественно, у фермера таких дешевых ресурсов нет. И еще просто вот в заключение хочу сказать, чтобы как бы не было иллюзий по поводу того, там, кому принадлежит земля и так далее. У нас распаевано, ну, то есть то, что распределено между собственниками, примерно 27 миллионов гектаров земли. 5 миллионов присоединено к личным хозяйствам, примерно 5 миллионов не используется, и где-то около 17 миллионов как раз находится в владении аграрных холдингов, фермерских хозяйств. Так вот, из этих 17 миллионов только 6 миллионов пока находится в пользовании крупных аграрных корпораций. То есть далеко не вся земля сейчас находится в пользовании крупных аграрных холдингов. И интерес как раз вызывает даже не та земля, которая уже распаевана, которая в аренде, причем многие участки земли в долгосрочной аренде, вызывает интерес как раз государственная земля. То есть земля, которая находится в собственности государства, это примерно 10 миллионов гектаров, плюс это несколько миллионов у местных органов власти. Особый интерес вызывает, например, земли там, Национальной аграрной академии наук, профильных аграрных институтов. Это несколько сотен тысяч действительно высокоплодородной земли, которая уже стоит очередь из тех людей, которые хотят ее забрать у государства и купить в результате открытия рынка земли. Дякую. У нас есть телефонный звонок от нашего телеглядача. Витаем вас в эфире. Добрый вечер. Вітаю вас. Я от хочу таке запитання, може хтось з експертів пояснити мені, чому так. Ну, от, наприклад, питаю, що в людей, люди практично, ну, майже всі виступають проти продажу землі, проти його дерибану. Але одночасно з тих самих людей, якщо питаєш, то вони виступають за підтримку Зеленського. Як може людина одночасно виступати проти дерибану землі і одночасно підтримувати головного її дерибанщика? Ну, що в нас там не так? Пане Сергію, дійсно, як можна підтримувати Зеленському та не підтримувати ринок землі? Ну, от смотрите, я продовжу все-таки про эту земельную тему. Ну, от всі обсуждения, кто-то больше на этом зарабатывает, кто-то меньше, какие-то сравнительные характеристики. Я говорю о самом принципе. Земля является общественным благом. Не только тех, кто живет на земле. Мы все живем на земле, но и горожан, и всех остальных. У арабов, у норвежцев нет различий, он живет возле скважины или он живет где-то вдалеке. Он получает доход, свою часть дохода от общественной части. Тогда, если бы мы говорили о стратегии развития хотя бы лет на 50 аграрной индустрии, то мы могли бы сказать следующее, что распределив эти все земли, поняв, как они должны работать, их можно было бы сдавать в концессии, долгосрочные концессии с обязательным выполнением концессионного договора. При этом любые деньги, которые вложены в земли, ну, допустим, там капельное орошение, да, вне зависимости от того, сколько лет человек будет этим заниматься, он уже облагораживает эту землю. То есть это идет на пользу всему обществу.
І вне ну, так робили у Радянському Союзі. Ці труби дуже багато десятиліть викупують з полей і здають на металолом до Турції. Правильно розумію? Ну, до сих пор не можуть все викопати. Інтересна паралель, звісно. Я говорю о том, що когда мы начинаем распределять, там фермеры, там аграрники, там эти граждане вообще остаются где-то в стороне, мы фрагментируем общество и делаем его, в принципе, беззубым. Мы перестаем, у общества перестает быть какой-то один общий интерес. Вот вышли аграрники, да? Сколько их миллионов у нас в стране? Тех, кто я не помоляю, 6. Ну, жить 6. Тех, кто живет в селе, их 12 миллионов. Сельских жителей, статистика. Вот теперь смотрите. Миллионы людей, которые завязаны, в принципе, одной судьбой, как говорится, конвикси. И у них нет организации. У них нет организации. У нас, в принципе, вообще нет профсоюзов в том смысле, в котором они заложены. Но даже та аграрная партия, которая якобы должна защищать их интересы, посмотрите, кто ее возглавил на выборах. Два певца. Один похуже, другой получше. Или оба похуже. Ну вот они, как говорил Филипп Филиппович, профессор, пусть песни поют, если они не умеют защищать свой интерес. Тогда на первое место должна выйти держава. Именно держава. Но когда державу очеловывают сейчас тех, кто очеловывает, а у меня... Повторюсь, большое подозрение, что деньги уже получены. Вот деньги уже получены, их только отрабатывают. И воспрепятствовать этому можно только одним. Это принципиальное изменение подхода. Не вот эти поправочки. Вторая, третья, 48-я. Мы же когда смотрим это заседание комитета или даже Верховной Рады, их вообще надо запретить к показу, потому что это, как в фильмах пишут, кадры, содержащие элементы насилия. Сидит большинство, и они говорят, да, ну какая там у вас пропаганда? Да, ну что, приняли? Нет, не приняли. Все, поехали дальше. Вы можете писать сколько угодно этих поправок, они приняты не будут. Поэтому это такой разговор в пользу бедных. И вся беда, которая у нас в стране происходит, это принцип бесхозяйственности. Человек не чувствует себя хозяином. Потому что за свое человек готов стоять. А тут вроде оно как бы ничего. И вот это вот то не мое, это не мое. Дякую. А вот, пане Олексію, да, с вашей точки зору, так прокомментуйте, я так понимаю. Да, да. Ну, действительно, как бы, продолжу традицию, опять немного затрону земельную тему. Действительно, земля, вот почему сейчас такой интерес именно к открытию рынка земли в Украине, почему такой запрос со стороны внешних сил, которые хотят как бы стать бенефициарами этого процесса, выгодополучателем. Потому что земля, это уникальный, вообще земельная рента, это уникальный постоянный источник дохода, да? Вот сейчас, допустим, земельная рента, она оседает внутри страны. То есть это собственники земли, которые сдают в аренду, эта земельная рента оседает внутри страны. Допустим, там несколько миллиардов долларов, ну, там, в гривневом эквиваленте, они вот находятся внутри экономики. Что такое массовое открытие рынка земли и распродажа этой земли, в том числе в пользу этих западных финансовых фондов, пенсионных фондов, венчурных фондов и так далее. Это значит, что эта земельная рента, она будет уходить постоянно из экономики. То есть будут работать наши аграрные предприятия, будут работать наши фермеры, они будут зарабатывать эту земельную ренту для уже чужих собственников. И эти несколько миллиардов, они будут уходить из экономики каждый год. То есть вначале будет разовый эффект. Мы все продадим, да, быстро эти деньги проедим, потратим. А потом земля – это уникальный товар, его даже, ее же даже товаром нельзя назвать, это как бы особый вид товара. Да? Специальный засіб виробництва. Да, земли так, больше не становится. Вот когда сравнивают наши слуги народа, часто берут смартфон, и когда спорят про открытие рынка земли, они говорят, смотрите, вот смартфон, вы же можете продать смартфон? Вот когда они сравнивают землю со смартфоном, это говорит о том, что они вообще не понимают специфику земли как товара, потому что мы можем, в принципе, поднять статистику, узнать, сколько новых смартфонов было выпущено в 2019 году.
Но мы нигде не найдем, сколько новых гектаров земли было выпущено. Да? Поэтому mm-hmm. один раз можно продать, а потом страна десятки лет будет просто выплачивать эту земельную ренту. А вот вопрос, кстати, телезритель задал очень интересный. Почему у нас нет корреляции? Вот это как раз действительно очень интересный политологический казус. Почему? Потому что, смотрите, «Слуги народа» — это фактически обезличенная партия без идеологии, да? Которая прошла в парламент и получила монобольшинство благодаря Зеленскому. То есть он фактически, он провел всех этих людей, которые были абсолютно никому неизвестны. Дальше, правительство. Это сформировано практически Зеленским. Почему? Потому что, опять же, через мольное большинство мог делать те или иные назначения. Теперь смотрим, парламент. Рейтинги доверия падают, да? Так называемый турборежим. Ну, я вот часто задаю вопрос. Вот, назовите 5 законов, которые были приняты в турборежиме, которые могут привести к росту экономики там, на уровне 5% плюс и к росту доходов населения. Вот, которые были, эти законы были приняты за последние несколько месяцев в турборежиме. Если вы назовете 5 таких законов, значит, мы идем в правильном направлении. Если вы 5 таких законов не назовете, значит, страна идет в неправильном направлении. Не могут даже, не могут даже назвать 2-3 законов, которые действительно приведут к росту доходов населения, к росту экономики и так далее. То же самое правительство. Правительство уже вогнало за 3 месяца нахождения при власти, правительство вогнало страну в состоянии промышленной рецессии. У нас уже 6 месяцев подряд падает промышленное производство. То есть мы уже находимся в промышленной рецессии. То есть при этом рейтинги правительства падают, рейтинги парламента падают, рейтинг Зеленского остается неизменным. То есть это какой-то действительно политологический феномен. Ну или падает. Дякую. И у нас есть телефонный звонок от нашего телеглядача. Витаем вас в эфире. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я, будь ласка, хочу відносно земельної реформи сказати. От Віктор Медведчук правильно говорить. Перше, треба виконати земельний кодекс України для всіх громадян. 121 стаття. Кожному дати 2 гектари земельної ділянки для сільського господарства. Ну, це не, я не хочу рекламувати Віктора Медведчука, чи щоб ви мене звинуватили, що я виконує партійні накази. Але я хочу сказати, що треба в перших землю ні в коїм суті не взяти так продавати. Треба зразу запустити земельну реформу, правильно зробити, запустити держгеокадастро, воно практично зараз не працює. Ні, жодна в області держгеокадастро воно не працює. І потім нові закони міняти відносно земель. Земельного кодексу. Нові закони там треба, нові закони. Є так, зрозуміло. Ваш коментар зрозуміло. Зрозуміло, пане Сергію, як ви вважаєте? Наш дозвонювач вважає, що все ж таки спочатку потрібно роздати по 2 гектари з половиною приблизно громадянам України, які не отримали, а більшість реально не отримували. Ми навіть робили соціологічне опитування на одному кадрі з цього приводу. Більшість людей навіть не знає, що в них є таке право. А потім вже якимось чином, знаете, говорити за якусь там... Знаєте, страна невиучених уроків. У нас по самим пессимистическим оценкам порядка 30 мільйонів. Кожному по 2 гектара 60 мільйонів. Как-то не вяжеться арифметика. Ниоткуда буде взяти. Хто-то получит, хто-то не получит. То, що я говорю, стратегія використання і применения цих земель, эта земля остается цельной. Она не принадлежит никому, кроме как общественное благо, охраняемое государством. И от использования этого блага, вот то, что говорил коллега, все получают свою часть дохода, она никуда не уходит. Пожалуйста, пусть арендуют Монсанты, кто угодно. Вы знаете, что сейчас одновременно с этим законом, вот все обсуждают закон, а кто говорит о том, что в плане приватизации и ликвидации стоят все организации, которые занимались контролем качества земель, используемых гербицидов и тому подобное. То есть это все убирается. Это, может быть, декоммунизация. Это не декоммунизация, это уничтожение. Сегодня в Австрии... Дебилизация, можно так сказать. Сегодня в Австрии говорят, там земля стоит столько денег. Она стоит, но ее не знают, кому всучить в руки. Да, там строгие правила, кто может ее получить. Кстати, в Америке то же самое. Ты должен соответственно, там, критериям соответственно отвечать. Но
Дальше начинается самое интересное. Над тобой все время дамоклов меч. Там куча организаций, которые контролируют качество посевного материала, используемых гербицидов и тому подобное. То есть это становится крайне накладным. У нас же, смотрите, если сравнить с, скажем, ну, металлургией, там очистительные комплексы, которые стоят на металлургических комбинатах, стоят миллиарды. У нас их практически нет. Поэтому мы можем себестоимость нашей металлургической продукции для нас копейки стоит. Мы ничего в нее не вкладываем. То же самое получается сейчас. Вот стоят эти ребята, которые упоминались. Но они стоят не только потому, что тут такая шикарная земля. Здесь просто дикий рынок. Вот сюда можно прийти и все что угодно делать. Можно ГМО рассаживать, можно рапсы рассаживать, можно делать все что угодно. И при этом никто ничего не контролирует. Если в Израиле там хотя бы есть такие две компании, как Нова и Топорт, которые занимаются планированием того, что нужно вырастить. Угу. Но это не в принудительном порядке. Они приходят в кибуц и говорят, ну, у вас готовы купить вот столько такого-то по такой цене. Они говорят, мы можем продать дороже. Он говорит, ну, вопросов нет, можете, но вы рискуете. Вдруг его вырастет много, вдруг много кибуцев сразу вырастет это. Вы снизите до копейки. Мы гарантированно покупаем у вас весь урожай. Но они занимаются этой плановой, даже не экономикой, а распределением, потому что они работают плотно с голландцами, которые являются мировыми диспетчерами распределения рынка продуктов. Мы же все время сталкиваемся, повторюсь, вот было сказано, мы сейчас продадим и быстро проедим. Ну, во-первых, быстро мы не проедим, поскольку нам не достанется ничего. Это было как в сказке, по усам текло. Рыбка маленькая. Китайцы, когда говорят, что голодному нужно дать удочку, а не рыбу, так вот мы пытаемся свою последнюю удочку, на которой мы еще зарабатываем, кому-то втюхать, взамен получить рыбу. Причем денег этих предполагается получить приблизительно в объеме тех денег, которые можно было бы заработать в течение 2 лет нормальной работы таможни. Все, не больше того. За счет этого мы готовы расстаться навсегда с вот этим своим ресурсом, который каждый год, каждый день приносит прибыль, причем приносит прибыль всем. Хочу напомнить, есть такая поговорка у индейцев, что земля нам досталась взаймы от наших детей. Что мы оставим нашим детям? Дякую. Короткая реплика с этого привода, идем далее. Да, я просто хотел добавить, что на самом деле иллюзий даже у власти нынешней нет по поводу того, насколько этот разовый эффект будет кратковременным. Потому что я видел презентацию Министерства экономики, они оценивали эффект открытия рынка земли на рост ВВП. И по их оценкам от 0,2 до 0,8% в год – это в первые годы открытия рынка земли эффект. Эффект открытия рынка на рост экономики. А за 4 года суммарно ВВП должен вырасти за счет открытия рынка земли аж на 2%. Теперь вспомним, Гончарук обещал, что мы вырастем на 40%, да, ВВП у нас вырастет. А 2% – это вклад рынка земли. Да? То есть это фактически мизер, который мы даже не заметим. Поэтому как бы в таком случае возникает вопрос, а вообще смысл тогда открытия этого рынка земли. Я еще тоже хотел добавить, что вот мы сейчас обсуждаем эти законопроекты, ну, вообще открытие рынка земли, законопроекты, которые поданы. Да? На самом деле там есть еще один законопроект, о котором практически никто не упоминает. Там как раз идет речь о вот этой дерегуляции на земельном рынке. И он намного более токсичный, намного более опасный. Почему? Потому что, например, отменяется агрохимическая паспортизация земель. Все полностью. Да, то есть фактически можно будет сеять что угодно, обрабатывать любыми химикатами, то есть практически никто ничего не будет контролировать. Отменяется государственная экспертиза. Ну, это такой либертарианский вариант открытия рынка земли. Нет, потом смотрите, отменяется, то есть максимально упрощается изменение целевого назначения земли. Вообще, то есть там практически можно будет купить землю сельскохозяйственного назначения, буквально за несколько дней поменять целевое назначение и, например, там сделать свалку, да, или там поставить там солнечные панели, что угодно. То есть фактически максимально упрощается это изменение целевого назначения, причем целевое назначение может по упрощенной схеме меняться даже в заповедных землях и землях, как бы, которые относятся
относятся к национальному достоянию. Поэтому, кстати, закладывается мина рейдерских атак, потому что хотят отменить стандарты при определении границ земельных участков. То есть хотят вот эти межевые знаки, поворотные точки, все отменить. То есть, ну, тут как... я хотел бы посмотреть, как Монсанто будет воевать с Каргиллом. То есть как угодно. Там, например, взять там, знаете, эти груды камней насыпать там на краях земельных участков. То есть как кто хочет, так и будет маркировать. То есть максимально делается все для, с одной стороны, для создания вот этого хаоса, а с другой стороны, для максимального упрощения использования земель как угодно. И на самом-то деле вопрос простой. Нужно просто исполнить Конституцию. По Конституции земля это является это объект права собственности всего украинского народа. Да? И то есть, не только. Там да. есть еще такая строка, да. что земля является материальным обеспечением суверенитета Украины. Да, и основным национальным багато, що все-таки дописано. Убираем, наразі мало часу до кінця ефіру. Тепер ми берем, убираем материальное обеспечение, да? И что у нас остается? Одна декларация. Да, ничем не подтвержденная. Мы превратились в Атлантиду без земли. Это так, чтобы людям было понятно, это вот вы купили джинсы на базаре, а у них лейба есть. Вот вы лейбу себе оставили, вот эту вот бумажечку, а джинсы соседу отдали. Лейба вас не сожалеет. Зрозуміло. Йдемо далі до інших тем. Курс долара в обмінниках зріс. В середньому на 360 копійок. Нині за один зелений правлять близько 23 гривень 80 копійок. Здорожчанню передувала купівля Нацбанком валюти 700 мільйонів доларів за день. Це рекордна сума за останні 12 років. Нагадую, гривня зміцнювалася ще з початку літа і досягла рекордного максимуму за останні 4 роки. Все ж таки, пане Олексій, от як ви вважаєте, це позитивний все ж таки дзвіночок, що вже Нацбанк починає скуповувати, я так розумію, валюту? Ну, Нацбанк покупає валюту вже багато місяців. Тобто у нас фактично 2019 рік, це став годом такого атипічного, абсолютно необоснованного объективными экономическими факторами укрепления гривны. То есть нужно понимать, что существует аксиома, да, сильная экономика, она проецирует сильную национальную валюту. Если экономика слабая, она не может проецировать сильную национальную валюту. Украинская экономика, она сейчас далеко не сильная. Да? В то же время гривна сейчас стала самой стабильной валютой в мире. То есть уже из этих диспропорций видно, что как бы при слабой экономике сильной валюты не бывает. Значит, существуют искусственные факторы. Они как раз и создаются, с одной стороны, национальным банком, который проводит жесткую монетарную политику, который фактически не пускает деньги в реальный сектор экономики, не дает, создает условия, при которых банки не могут кредитовать предприятия, то есть деньги не идут на развитие экономики, они замыкаются в банковской системе. Как тогда развиваться, как тогда сприймати слова Гончарука там, за какие-то там зрис? Да, смотрите, дело в том, что вот, то есть национальный банк свою политику, он создает искусственный дефицит гривны в экономике, а Министерство финансов создавая вот эту пирамиду ВГЗ, то есть внутреннего государственного долга, причем эта пирамида разрастается на базе очень высоких процентных ставок, то есть мы платим самые высокие ставки по своим долгам в мире, то есть 18-20% это по ВГЗ, таких ставок нет ни в одной стране. И за счет этого к нам идет сейчас приток спекулятивных, так называемых горячих инвестиций. А почему спекулятивные, горячие? Потому что это не инвестиции в экономику, это просто деньги, которые нерезиденты вкладывают в наши долги. Они сегодня вкладывают в наши долги, а завтра они заберут эти вложения, и точно так же эта пирамида разрушится, как она и создавалась. То есть Министерство финансов со своей стороны создает вот этот искусственный избыток или искусственный профицит спекулятивной валюты на внутреннем рынке. Поэтому, с одной стороны, дефицит гривны, с другой стороны, избыток спекулятивної валюти. От ми бачимо укріплення гривни за останні кілька місяців. «Слуга народу» кажуть, що вони будуть зменшувати відсоток, який Україна буде сплачувати за цими ВГЗ. Тобто вони на наступний рік запланували теж продаж та купівлю ВГЗ, але ж більш прийнятними відсотками, наразі десь 12-13. Той маси, яку вони продали, вже хватить на те, щоб ще років 15 це вихаркувати. Я думаю, что... Так, поясни эту ситуацию. Это как... Это правильная политика, или неправильная, с вашей точки зрения? Рассказывать можно все, что угодно. На самом деле мы видим реальные показатели, которые закладываются в бюджете. На 2020 год, например, было заложено 145 миллиардов гривен, это только на выплату процентов по ВГЗ. Это даже не на погашение тела кредита, а на выплату процентов. Вы обратили внимание, что во всем этом бюджете нет ни одной строчки, что мы собираемся построить, что мы собираемся создать, чтобы с чего мы деньги собираемся зарабатывать? Мы же все продаем или занимаем.
Это как в семье алкоголя. Наша экономика, она сейчас доведена до такого состояния, то есть ее довели фактически до мышей, да, знаете, как в известном посольстве. Она не может генерировать сейчас ресурс, который бы пошел на повышение долгов. То есть поэтому единственная тактика нынешней власти, точно так же, как и прошлое, это отдавать старые долги за счет привлечения новых. Поэтому они точно так же хотят в следующем году несколько сотен миллиардов гривен привлечь на внутреннем рынке с помощью выпуска новых облигаций внутреннего государственного займа. Так вот, эти 145 миллиардов на процент, это примерно столько же, сколько на образование, и в полтора раза больше, чем на медицину. То есть для государства, как бы кредитор, он примерно столько же значит, как и как бы здоровье нации, как и образование нации. И в данном случае вот эта политика, она на самом деле, ну как бы, это только кажется, что укрепление гривны это позитивно, да, потому что... Для экспортеров это не только для экспортеров. Вот я просто часто привожу такой пример. Мы все время, ну, власть хвасталась тем, что там трудовые мигранты примерно 10 миллиардов долларов каждый год переводят в страну. Да? Что такое укрепление гривны на 20% для них? Это значит, что 2 миллиарда долларов из тех денег, которые они переслали в Украину, они фактически испарились, да? Потому что время укрепления они более, были меньше. Есть гораздо более опасная связка, смотрите. В первую очередь это дурацкое укрепление ударило по экспортерам. Кто у нас экспортеры? Опять-таки те же люди, которые занимаются сельским хозяйством. И вот представьте себе, весной такой человек берет, где-то частично кредитуется, где-то частично в долг, берет семена, посадочный материал, химию, там, залазит в долги с обработкой земли, выращивает урожай в понимании того, что вот он сейчас продаст и заработает столько-то. За счет укрепления гривны его доход возможный сразу упал на 15%. Угу. Сразу упал на 15%. А они не очень крепко стоят и так. То есть, опять-таки, ну, я вижу такой возможный вариант, что в преддверии желания продать землю ослабляют нашего отечественного производителя. Но особенно если фермер открыл бюджет на 2019 год и увидел, что курс к концу года 29, да? Вот он и составил свой бизнес-план, исходя из того курса, о котором говорило государство. Тогда уже не 15. Это же, да, это же государство декларировало, это же в бюджете на 2019 год заложен этот курс. Поэтому сейчас вот сформировалась такая очень опасная как бы цепочка или причинно-следственная связь. То есть вначале это жесткая монетарная политика Нацбанка, потом укрепление курса национальной валюты на 20%. Сейчас мы уже вошли в полноценную промышленную рецессию. То есть у нас 6 месяцев к ряду сокращается промышленное производство. В ноябре месяце промышленное производство упало на 7,5%. И сокращение промышленного производства происходит в условиях уже промышленной дефляции. То есть мы за счет укрепления гривны, у нас сейчас цены промышленных производителей, они ушли в минус. То есть фактически полная демотивация идет в промышленности работать. Да? То есть зачем выпускать продукцию, которая завтра будет стоить еще дешевле, но в перерасчете по текущему курсу. Поэтому это как бы политика разрушения индустриального ядра экономики. Политика деиндустриализации. Это все-таки такая купівля ОВГЗ під такий відсоток зовнішніми інвесторами, вона направлена на те, щоб пришвидшити все ж таки відкриття ринку землі і продаж нашої землі саме закордонним корпораціям, а не фермерам, які сильно постраждають внаслідок цих маніпулювань з курсом. Ну, є така теорія, яка, кстати, під собою має основання, о том, що вот эти сейчас миллиарды долларов, которые заходят на наш рынок и которые вкладываются в ОВЗ, на самом деле это отложенные инвестиции. То есть этим нерезидентам дают возможность заработать на государственных долгах, чтобы они потом этот заработок могли вложить в открывающийся рынок земли. То есть фактически посчитаем сейчас доходность, которую они зарабатывают. 20% им дает государство при продаже ОВГЗ. То есть это, они уже 20% заработали. 20% они заработали еще за счет курсовых разниц, то есть, потому что курс гривны укрепился по отношению к доллару. Вот у них валютная доходность составляет 40%, а в некоторых случаях даже до 50%. То есть получается, что половину тех денег, которые они завели, они заработали, то есть они завели миллиард, заработали 500 миллионов долларов. Да? Вот они фактически могут через определенное время, когда откроют рынок земли, просто ее получить бесплатно, ну как бесплатно, за ту прибыль, которую им нарисовало наше Министерство финансов. Да? То есть они свой миллиард, который вложили в наши долговые обязательства, заберут обратно, а 500 миллионов долларов, которые они наварят на операциях с ОВГЗ, они вложат в открывшийся рынок земли. Тут получится, что мы останемся и с долгами, и еще практически бесплатно дадим им свою землю. Дякую, зрозуміло. И все же таки, чтобы мы каким-то чином позитивно завершили програму. От
Я, правда, розумію, що це буде, наприклад, важко щодо все ж таки ринку землі, боргів держави і таке інше, але все ж таки новорічні свята у нас дуже скоро. І от ваш прогноз на наступний рік. Що буде відбуватися в Україні, з вашої точки зору, щодо ринку землі, щодо економічних показників? Ну, повторюсь. На мой взгляд, происходит, как бы это ни хотел, не страшило наших властителей, тем не менее происходит некая эволюция сознания населения. Медленно, очень коряво, но происходит. Худо-бедно дошли до понимания того, что власть можно поменять без того, чтобы развалить половину Киева и там сжечь шины полгода. Можно просто прийти на выборы и выбрать ту власть, которую тебе нравится сейчас. Кроме того, дошли до того, что осознанно это, неосознанно выбрали, наконец, монобольшинство. То есть вот это вот в парламенте разрывание одеяла на части массой патриотами, вот оставили одних патриотов. Вот все, вам никто не мешает, принимайте те законы, которые вы обещали. Окей, не принимают. Что делать в таком случае? Ждать следующие 5 лет, пока вообще все снесут чертовой матери и нечем будет говорить? Тогда следующий этап эволюции сознания нашего населения, мне бы очень хотелось, чтобы он пришел к тому пониманию, что следующих выборов можно не ждать 5 лет. А можно просто сказать: ребят, вы знаете, нам не нравится то, что вы делаете, давайте мы не парламент перевыберем или там правительство перевыберем. Вот это вот все, что вы делаете с турбинами, с вашими, с этим, не нравится. Вот давайте закончим, скажем спасибо друг другу, разойдемся, мы следующих будем выбирать. Да, это определенные ломки стереотипов, но эти стереотипы нам внушили именно те люди, которые сами себя оберегали. Знаете, как Жванецкий говорил, что такое власть? Это люди, которым мы платим деньги, чтобы они заплатили охране, чтобы они защищали их от нас. Так вот, чтобы от нас... Ну, то есть так и выходить. Да, конечно. Так вот, чтобы этого не случилось, я уже говорил, говорят, ну ты понимаешь, это опять революция. Я говорю, ну революция это разное бывает. Это же не обязательно там баррикады строить. Во Франции уже 5-я республика. Ничего, живут. Но зато они понимают, что если готовится какой-то закон, который они не в силах будут потянуть, то вот они и ходят там. 6-я, 7-я и 8-я. Да, и не исключено, что будет дальше. Итальянцы прошли этот этап. Они начали выбирать это правительство, переизбирали по 3, по 5, по 6 раз в году. Пока не устаканилось вот это вот понимание. У нас, смотрите, сейчас они предложили новый избирательный закон только по партийным спискам. А куда бедному крестьянину податься, если ему ни одна партия не нравится, но у него есть инициатива, и он хочет быть услышанным? Ну, это риторичное питание. Это не риторическое, это опять-таки понимание того, человек хозяин у себя в доме, а это пока еще, слава богу, наш дом. Украина сегодня мне напоминает тот человека, которого силком уложили на операционный стол и без наркоза разбирают на органы. При том, что он находится в сознании, он видит, как у него там почки, печень вынимают. Дякую. Пане Олексію, з вашої точки зору, які ваші прогнози на 2020 рік, що буде з ринком землі, з економікою? Можливі якісь позитивні тенденції в нашій ситуації? Що позитивного? Я намагаюся хоч якийсь позитив все ж таки виділити. Ви прямо як в фільмі «Матриця», коли дві таблетки, ілюзія, або правда на самом деле. Тому я думаю, що в будь-якому випадку треба вибирати правду, несмотря на те, яка там може бути приємна иллюзия. На самом деле, вы знаете, в математике есть такой термин «при прочих равных условиях». Вот если при прочих равных условиях, то есть в том раскладе, который видим сейчас, то, в принципе, ничего хорошего для экономики ждать не приходится. Почему? Потому что будет происходить дальнейшая деиндустриализация экономики. А мы должны понимать, что следствием деиндустриализации
страны является десоциализация государства. То есть у государства просто не будет инструментария для того, чтобы проводить эффективную социальную политику. Поэтому мы сейчас как бы опять вплотную подошли к очередной такой, к очередному этапу такого своеобразного неоколониализма, то есть внешнее управление, потеря экономической, политической субъектности, колоссальные внешние группы влияния, которые формируют внутреннюю политику. Поэтому я здесь тоже соглашусь, что спасение Украины – это учащение вот этой частотности, да, избирательной частотности. Потому что все-таки для такой страны, как Украина, сейчас вот 5 лет срок, да, политического цикла, он очень длинный. Потому что 5 лет – это, ну, это для консервативной, стабильной страны. Возможно, это и эффективно. Посмотрим в США. Там, например, политический цикл там, в парламенте там, 2 года. Да? У президента там политический цикл меньше, чем у нашего президента. Так это при том, что они-то идут в рамках стратегии. Совершенно верно, да. Но их это не можно мешает менять хоть каждый день или вообще не менять. Да. Но а это у нас не же каждый приходит и начинает рулить свою сторону. Да, при этом у них существует колоссальная система сдерживания противовесов, институциональных механизмов, которые включаются, да, когда происходят какие-то вредные для государства процессы, так называемая защита от дурака. Да, то есть вот такая система защиты от дурака, которая есть на атомной станции. Да? То есть, это, условно говоря, если человек некомпетентный забежит на атомную станцию, начнет там включать все подряд, то реактор просто остановится. Вот у них эта кнопка от дурака есть. У нас этой кнопки от дурака нет. Как ее зробити? Да, у них эта кнопка от дурака есть. Ваша точка зору. У нас ее только можно сделать путем учащения этих выборов. Да? То есть, посмотрим, действительно, тоже привожу всегда пример Италии. Взять послевоенную Италию, там было больше правительств, чем количество лет за этот период. Посмотрим Испанию, там тоже постоянная смена правительств. То есть, усиление частотности выборов, чтобы с помощью усиления частотности и такой сепарации но политических это не элит. Цель, это не нет, совершенно верно. Закон референдума, это таким чином. Цель в свое время сформулировал Карл Поппер. Он сказал, что основная обязанность гражданина тщательнейшим образом следить за им избранной властью, с тем, чтобы власть не нарушила границы своей компетенции. И в случае этого нарушения убрать эту власть. Цель – это формирование эффективных элит. Цель – это формирование эффективных элит. И идем далее. До Нового року лишається менше тижня. Треба встигнути підготувати не лише подарунки усім близьким та друзям, а й по-справжньому відчути наближення свята. Вмірював новорічний настрій та складав список бажань сьогодні наш кореспондент Артур Журбенко у своїй рубриці «Одним кадром». Вітаю вас, шановні глядачі. В ці новорічні дні ми зараз з вами знаходимося біля головної ялинки країни. І є така традиція, що бажання, яке загадуєш у новорічну ніч, воно обов'язково збудеться. Ось ми вирішили також одним кадром поцікавитися у пересічних громадян. Яке б вони одне єдине бажання загадали, якби знали, що воно обов'язково збудеться? Гарного вам перегляду! Миру! Я би з'їздив в кросвітній подорож. Я би пішла на концерт своєї улюбленої групи. Путіна вбити. Ще раз? Путіна вбити. Щоб всі були здорові. Щоб всі мої рідні були здорові і щасливі. А ви? Ну, мабуть, теж. Це саме головне. На землі був скрізь. Здоров'я всій сім'ї. Мир. Та всім не мішає мир, розумієте? Нам всі мир. А дітям особливо вам. Ми хоч вже прожили життя, друга половина на життя вже пішла. Нам уже все одно. А вам хочеться миру і злагоди, щоб було. Всього вам найкраще. Миру в Україні. Всім здоров'я. Добра та любові. Мир. Мир у стране. Також. Обов'язково мир Україні. Дякую. А ви? Аналогічно. Тільки миру і здоров'я всім людям. Мир. Мир в Україні. Щоб було здоров'я у всіх і мир.
Ви знаєте, і що була наша Україна дійсно незалежною, і ми стали дійсно Україною. Щоб мої всі були здоровими, родственники, діти, внуки. Миру в країні. А я хотіла побувати в музеї в Монтре і хочу, щоб воно здійснилося. Добра, злагоди, родині своїй. Всього саме найкращого. Здоров'я і миру. Для себе чи взагалі? Взагалі миру. І всім діткам, які хворіють, миру і здоров'я, бо їх багато зараз хворіє. Покращення життя для України. Здоров'я. Чесне правосуддя в Україні. Здоров'я всім. Миру. Щоб пенсію повисили. Супер, а ви? Щоб був мир і діти були щасливі. Супер. І у вас була завжди робота. Дуже дякую. А ти що нагадав? Айфон 11. Щоб мир швидше настав на Україні. Я б хотіла побачити настоящего Діда Мороза. Прям на оленях. Ага. І щоб він мене ще на санках покатав. Та до Лапландії обратно. Мир на Донбасі. Аналогічно. Ой, тільки здоров'я для себе і для всієї родини, і для України, мир і на всій планеті, щоб всі жили дружно, в мирі і в злагоді. Колектив програми Prime Analytica вітає наших глядачів з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Бажаємо миру та затишку у ваших домівках. Подивимось після Різдва, а нашим гостям дякую. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Тож долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.